На календаре уже конец марта, а вот за окном погода далеко не весенняя. Уже как вторую неделю Украину заметает, а температура на градуснике ниже нуля. Синоптики говорят, этот март выдался самым холодным за последние 8 лет. Рассказывают, весна в этом году опаздывает почти на 2 недели. На данный момент температура идет ниже нормы, примерно на 7-9 градусов. Должна быть уже плюсовая температура на сегодняшний день. По Харькову плюс 4 должно быть. А было минус 6. Припады температуры, дожди и снег влияют на здоровье и самочувствие не наилучшим образом, говорят медики. За последнюю неделю с жалобами на высокое давление и головные боли обратилось несколько десятков пациентов. В этой палате нет ни одного свободного места. Женщины рассказывают, в больницу их привела погода. Погода вот эта очень действует. Когда вот то оттепель, то мороз, то еще что-нибудь такое. Летом, например, я очень редко таблетки пью от давления. А зимой у меня до 210, до 220 доходит. Медики говорят, от капризов погоды страдают практически все. Без медицинских препаратов в этот период никак не обойтись. А чтобы давление поддержать в норме, специалисты советуют не переутомляться, людям постарше поменьше выходить на улицу и соблюдать диету. Уменьшение соленой пищи, жареной пищи, то есть то, что провоцирует задержку жидкости и повышение артериального давления. А основная задача – это контроль артериального давления регулярным приемом гипотензивных препаратов. Это на первом месте. Уже на следующей неделе врачи готовятся к наплыву пациентов. В понедельник ожидается резкое потепление. Днем столбик термометра коснется отметки в 20 градусов со знаком «плюс». Правда, уже во вторник дневная температура будет колебаться в районе 10 градусов тепла. Яна Танчак, Ксения Бай, Алексей Жучков и Виталий Осмачко. Медиагруппа «Объектив».